кого есть карточка? Держите так. У вас что? Время года, весна. Давайте расскажите нам. Пришла то мне теплая, то мне весна. Мы с моим другом уехали на лес. Мы со своими друзьями уехали на лесу. В лесу. Мы там видели много красивые цветочки. Красивые цветочки. И мы видели, что Птицы обратно уехали, прилетают к нам. К нам. Мы что вы делали? Мы делали. Что им делали? Гнездо. Мы делали. Вы любите весну или нет? Да. Почему? Потому что весне становится тепло, да? Да. И деревья зеленеют и растут красивые цветы. Пожалуйста, мама, пожалуйста. Не рука, а ручка. Нарисовали руку. Ручка значит то, что мы пишем. Понятно? Я там не написала ручку. Хорошо, давайте составьте предложение. Рука. Вы нарисовали руку. Это ваша рука? Хорошо. Что вы можете рассказать? Какая ваша рука? Маленькая или большая? Пальцев. Сколько пальцев? Пять пальцев, да? Хорошо. Третий вопрос. Что такое текст? Текст – это два или несколько. Несколько предложений. Связанные по что? По смыслу. Какие бывают тексты? Текст повествовательный, обосновательный и текст рассуждения. У кого еще есть? У кого еще карточка? Шерф, закончили? Быстро. Зюра, пожалуйста, вы. Вопрос нарисовать карандаш. Вы нарисовали. Составьте, пожалуйста, предложение. Составили? Карандашом мы рисуем. Хорошо, еще что? Какого цвета ваш карандаш? Мой карандаш черный, да? Хорошо. Третий вопрос. Какие бывают тексты? Пожалуйста, расскажите про текст рассуждения. Текст рассуждения бывает. Какие вопросы мы задаем? Почему? Почему? Какие вопросы? Почему? А текст описательный? Текст описательный. Что поставится в конце текста описательного? Образовательный, описательный, что? Точку мы поставили, да? Да. А текст рассуждения? Текст рассуждения. Поставим вопросительный. Плохо сделал, садитесь. Кто еще?
Да. Шеф, пожалуйста, отходите. Саид, у вас еще, да? Быстро. Значит, нарисовать сумку. Вы нарисовали. Это сумка? Это сумка. Что-то не похоже. Хорошо. Составьте предложение. Составили? Да. Прочитайте нам. Это сумка. Сложим книги, ручки, карандаш. Мы носим с собой сумку. Молодец. Что? Третий вопрос у вас. Что такое речь? Речь нужна людям. Для чего людям нужна речь, да? Речь нужна людям для того, чтобы общаться с людьми. Для того, чтобы общаться с людьми, нам нужна речь. Какие бывают речи? Речи бывают в двух формах. Устные и письменные. Когда? Когда мы пишем и читаем, это письменные. Когда мы говорим и слушаем, это устные. Это устные. Понятно. Садитесь. Кто еще? Саид, вы закончили? Давайте быстро, у нас мало времени. Пожалуйста, вы закончили? Так, состав, здесь точка, соединили их. Уточка, с точка, се точка, карточка, карточка, кофточка, кофточка, ласточка, ласточка, ниточка, ниточка, кисточка, кисточка, клеточка, клеточка и Веточка. Вы соединили их в тетрадь или нет? Карточка, кофточка, ласточка, ниточка, кисточка, веточка. Вот здесь ошибка. Кисточка. Понятно? Закончили? Все? Давайте. Нарисовать глаза. Это глаза. Вы нарисовали. Хорошо. Составили предложение. Что вы составили? Мы с глаз. Мы с глазом видим. Мы видим, да? Да. Что? Глаза нужны людям. Людям. Что? Все? Что такое подлежащее? Это член. Главный член предложения. Свой. Это главный член предложения. Отвечает на вопрос. Кто что? Хорошо. Садитесь. Все? Понял. Еще есть? Нет? Все, там мы. Определение выраженным именем Квейфлем, страница 127. Все нашли? Да. Все нашли. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета. Сегодня мы пройдем теперь имя предложение выражается определением. Подчеркивается как волнистый. Например, предложение прилагательное обычно поясняются существительные и бывают определения. Я сейчас привожу вам примеры.
Светит яркое солнце. Что? Солнце. Мы подчеркнем. Одно и то. Солнце что делает? Яркое. Светит. Солнце какое? Яркое. Яркое. Вот волнистое. Черточку мы подчеркнем. Теперь летит большой самолет. Три. Ближайшие. Самолет что делает? Летит. Это сказуемое. Самолет какой? Большой. Это что? Определение, да? Да. Хорошо. Маленькая девочка танцует. Маленькая девочка. По клетке ходит какой волк? Серый волк. Серый волк. В большой клетке лежит какой тигр? Какой? Сильный тигр. У него какие лапы? Сильные лапы. И какие зубы? Острые. Острые зубы. Зоопарки живут какие? В Душанбе есть большой и краткий. Большой и краткий, правильно? Зоопарк. Что? Зоопарк. Подчеркните. Зоопарк. Нет, одну черточку. Зоопарк какой? Большой. Большой. Что еще входит? Третье предложение. Там живут какие звери? Разные, разные звери. Вот. Слова для справа нам там разные. Третье предложение пишите. Живут разные звери. У вас Джаунора Ньозова. Вот сидит какая лиса? Пишите. Четвертый. Четвертый, выходите. Азиров. Что? Ты разные звери. Садитесь. Вот. Чуть-чуть. Давайте. Кто еще? Ходили? Рома Лазенко?
рыжая. У нас есть лиса. Кто? Кто? Лиса. Лиса. Что делает лиса? Сидит. Лиса какая? Рыжая. Вы закончили? Да. Что? Хочу. По клетке ходит серый волк. Кто? Волк. Волк. Что делает? Ходит. Какой волк? Серый. Серый волк. Серый у нас что? Определение. Садитесь. Еще есть там предложение? Сильный. Кто? Тигр. Это поджигающее. Что делает тигр? Сильный. Лежит. Это что? Сказуемое.